Последние числа сентября, 2014, моя 30-я осень. Время подвести итоги. Какая патетика. Печальный, часто угрюмый, так и норовящий податься соблазну поворчать, как старик. Таким вижу себя я. Не самое радужное описание, но верное. Добрый, искренний, улыбчивый человек, который временами становится молчаливым и задумчивым. Таким в основном видят меня окружающие. Так получше. И тоже правда. Последние пару-тройку лет я нахожусь в депрессии, в постоянной, непроходящей депрессии. Но это состояние уже перестало меня беспокоить, я с ним свыкся, почти примирился. Это раньше меланхолия представлялась чем-то проходящим, чем-то, что нужно пережить, пересилить. Как стоя в пробке, ты надеешься, что она тянется до ближайшего перекрестка, а дальше должно быть свободно. Нет, теперь я воспринимаю депрессию как часть себя, как черту характера, что ли. Да и почему грусть, печаль, тоска и подобные переживания считаются чем-то плохим, чем-то, что нужно избегать? Они также необходимы для жизни, как и позитивные переживания. Более того, они сильнее и глубже. Как и прослушивание минорной музыки вызывает в нас более глубокие эмоции и чувства. Недаром же грустная и печальная музыка всегда притягивала меня больше. Не все же портреты должны источать лучезарные улыбки. Пусть мой будет не таким, я не против. Ну и под стать этому у меня нет друзей, нет знакомых, нет больше тех веселых беззаботных компаний, которых в полной мере ощущаешь чад кутежа. Не осталось и тех самых близких, драгоценных, с кем так остро и болезненно переживаешь мировую печаль. У меня нет никого. Так больно бывает от одиночества. Сколь же сильно это щемящее чувство. Я так одинок. А кто нет? Хотя во многом, конечно, сам виноват. Без гордости и с иронией должен заметить, что я мастер скрываться от знакомых мне людей. Скрываться навсегда. Вот так неожиданно и некрасиво пропадать. Тем более, теперь достаточно сменить очередную симку в телефоне и удалить аккаунт в соцсети, и тебя уже никто не может найти. Да особо и не желает. Только пара человек из тех, кто знал тебя с детства, догадываются позвонить или прийти домой к родителям. Но и там уже научные родители не расскажут, где я. С каждым таким побегом круг моих знакомых становился все уже. А после очередного этот круг сузился до одинокой маленькой точки, которой являюсь я. От чего же я убегал? Можно привести несколько основных причин, но я ограничусь главной. Я прячусь от человека, если уже не могу быть с ним искренним, если он перестает принимать меня таким, каков я есть. Мне становится обидно и больно от этого. И ведь чем больше и глубже прячешься, тем сильнее в глубине души хочешь, чтобы тебя нашли. Но теперь я уже спрятался так хорошо, что никто не найдет. У меня не осталось желаний, стремлений. Все то, что раньше составляло мои чаяния, надежды, мечты, все это куда-то рассеялось. Должен констатировать, что основное мое занятие по жизни – сидеть дома за компьютером. Все остальное занимает менее значительную часть, как по важности, так и по времени, включая и мою работу. Деньги на существование я добываю, работая грузчиком. Свободный график, тупая физическая работа. А главное, остающийся свободным во время работы ум. Это как раз то, что мне нужно. Моя работа не строится на взаимоотношениях с людьми, я не привязан к месту, работаю неофициально, нигде не числюсь. Единственный стоящий надо мной человек – это бригадир. Все предельно просто. Нет постоянной ответственности, неясно перед кем и за что. Да и с бригадой мне повезло. Не алкаши, обыкновенные мужики, просто люди. Плюс я поддерживаю физическую форму, что дает некий призрачный покой. Такая работа создает иллюзию свободы. Денег мне вполне хватает. Все равно, помимо насущных бытовых обязанностей, тратить их мне не на что. А сами по себе деньги меня не мотивируют. Я их не люблю. Поэтому у меня их и нет. Нет машины, потому что не считаю целесообразным. Что там еще? Мне ничего не нужно. Вспоминается афоризм некогда жившего Павла Николаевича Зиновьева, который он для себя вывел более 70 лет назад. 40 лет человек столько стоит, какова у него квартира. И ведь многие с таким сознанием и живут. Счастливцы. Деньги. Все, что меня окружает, сделано ради денег. Швея на фабрике шьет одежду, не потому, что хочет кого-то одеть. Повар готовит еду не потому, что хочет кого-то накормить. Сотрудник колл-центра ведет разговор с клиентом не потому, что хочет ему помочь. Я поднимаю мебель по лестнице не потому, что хочу, чтобы кто-то обустроился на новом месте. Все окружающее нас сделано без желания, с каким-то сторонним умыслом. Или, вернее, без умысла, без толка. Все занимаются непонятно чем. Потому что вынуждены, потому что обязаны, потому что каждому надо как-то и на что-то жить. Из всего этого складывается наш обреченный человеческий мир. Я не понимаю, как он может существовать, за счет чего он поддерживается. По мне, так он должен рухнуть в одночасье. Как оказалось, мне достичь потолка материального счастья легко. Не думаю, что материальный мир может мне еще что-то дать, чтобы я чувствовал себя более счастливым. Мне повезло, у меня скромные потребности, я имею все, что нужно. Мне не на что жаловаться. Вот хуже жизнь может обернуться очень легко. Есть тысячи вариантов, при которых мое хрупкое благополучие может рухнуть. А вот чтоб лучше, чтоб стало лучше, нужно перешагнуть выше. Выше порога материальных ценностей. Вот только за родителей обидно. Они несчастны видеть мою жизнь такой, какой она складывается. Они мечтали о другом. И все еще надеются на какое-то мое исправление, превращение. Из-за этого-то и больнее всего, потому что я понимаю, что не изменюсь так, как они бы того желали. Что мне не суждено оправдать их надежд. Прискорбно наблюдать все эти годы медленный постепенный крах в погоне счастья, вечно отягощен душевными муками. Но есть важный закон жизни. Довольство убивает в человеке духовные поиски. Эх, как же непрост процесс познания. Ведь для Вселенной нет такого понятия, как существительное. Его выдумал для себя человек. А Вселенная состоит из глаголов и, следовательно, из вопросов, а не ответов. И как же велик, с одной стороны, человек, потому что вечно задает эти вопросы. И как же он несчастен с другой, потому что жаждет получить ответы, которых нет. Но однажды отчалив в этот бескрайний океан познания, возвратиться уже невозможно. Никаким усилием воли нельзя запретить себе пытаться познать этот мир, если ты уже пронизан состраданием ко всему живому. Как иронично, Чем больше я наблюдаю и размышляю, тем ближе и смиреннее подхожу к знаменитому сократовскому сознанию. Я знаю, что ничего не знаю. Благо раньше мне повезло прийти к другому. Я знаю, что я далеко не самый умный. Ох, я помню, как же мне полегчало в тот момент. Это же какой груз ответственности. Вот только разговаривать с людьми становится все сложнее. Особенно отвечать на вопросы. Даже на, казалось бы, самые безобидные. Ведь мне хочется ответить искренне, по-настоящему. Ведь у меня появляются свои мысли, мнения, сомнения. А они зачастую могут сильно отклоняться от общепринятых суждений. И приходится делать неприятный выбор. Или постараться ответить так, как думаешь на самом деле, и столкнуться с непониманием. Или тактично ответить какой-нибудь банальностью. Хотя насчет своих мыслей, это я, конечно, смело. Все мысли эти насквозь цитата. Даже эмоции, чувства, жизненный опыт являются моими лишь отчасти. Неужели и добродетели? Но хотя бы недостатки-то мои. Где за этим всем я? Ведь должно же быть какое-то мое настоящее естество. Вот так заходишь время от времени в кулинарии или столовые, в которых обедал в страшные студенческие годы, где проводил скоротечные часы с теми немногими, кому не испытывал обжигающей ненависти. Студенчество. Самые трудные и кошмарные годы из тех, что мне довелось прожить. Годы отчаянной войны со всем миром. Как же хорошо, что со временем память оставляет на поверхности только хорошее. Даже если этого хорошего и светлого почти и не было в действительности. Многое начинает казаться лучше, когда остается в прошлом. И из этой неприступной башни прошлого нас зовет и манит рукою тоска. Да, еще как манит. Я сожалею о своей юности так, будто прожил ее полнокровно. Но больше всего я тоскую по детству. Все чаще я предаюсь воспоминаниям, и чем дальше время отдаляет меня от детских лет, тем больнее ранят меня эти воспоминания. Ах, детство, эти женские бани, эти черные треугольники. В детстве все наполнено смыслом, ты постоянно занят чем-то интересным, и все, что ты делаешь, действительно важно и необходимо для тебя. Каждый ребенок несет в себе какое-то великое благородное будущее, и никакая тень прошлого не омрачает его. Сейчас я уже и представить себе не могу, как это жить без сожаления о прошлом, жить без прошлого, попросту не имея его. Иной раз наблюдаешь за играющими детьми во дворе, задумаешься. И жутко так становится от осознания того, что кто-то из них сожжет свою жизнь в наркоманском притоне, кто-то покончит с собой, кто-то долгую, тихую и вполне заурядную жизнь проживет, а кто-то станет чиновником. Ведь чиновниками не рождаются. В юности же живешь только будущим, вернее, надеждой и мечтательными представлениями о нем. Вся твоя жизнь где-то там, впереди, далеко. До нее еще жить и жить. И живешь, терпишь. Только ради него, ради будущего. Ради того замечательного творчества, которым ты обогатишь этот несчастный мир. И ради всех тех бесценных богатств, которые он дарует в ответ. Про себя думаешь: стану, например, великим музыкантом. Но если не великим, то, по крайней мере, заметным, хорошим. И буду поистине счастлив. А становишься постарше, и со скорбным чувством понимаешь, что и те великие, кто были твоими кумирами, бесчастные и глубоко страдающие люди. Понимаешь, что слава и признание, о которых ты мечтал, не могут унять ту печаль, что уже поселилась в тебе. Вот так постепенно и мое будущее исчезло. Исчезло вообще всякое будущее. Теперь его нет. Путеводный свет погас, маяк разрушен, жизнь переведена на автопилот. Не окружают тебя больше те счастливые дети, с кем вырос. Они исчезли, став просто людьми. И окружают тебя незнакомые взрослые люди, на которых глядишь и не веришь, когда-то были детьми. А кем стал я? Я все тот же ребенок. Смотря на себя, я вижу его, вспоминая его, я узнаю в нем себя. Тот мальчик из детства – это и есть я. Помню, как ежедневно перед сном мама минут на 10 оставляла лежать меня в ванной под включенным душем, висящим высоко на стене. Мне очень нравились эти мгновения. А затем мама укладывала меня спать. И я, слушая звуки потусторонних труб, уносился через портал в волшебный мир фантазии и грез. Звуки потусторонних труб. Мой неиссякаемый источник для воображения. Мне было не больше 6. Это я ежедневно просил маму поставить пластинку, на которой изображен мужчина в синем жилете, лежащий на кровати в залитой светом комнате и что-то пишущий в блокнот. Мне было не больше 4. Клифф Ричард. Как же я любил эту пластинку. А помню, был в детстве период, когда я мысленно желал спокойной ночи перед сном каждому, кого знаю. Я очень боялся про кого-то забыть. Я желал спокойной ночи даже кошкам, живущим в деревне у бабушки. Потому что... Не помню уж откуда такое, мне казалось, что с теми, кого я не вспомню, обязательно случится нечто страшное. А еще у меня была традиция в ночь с 30 на 31 декабря спать в ванной. Сперва я нагревал ванну горячей водой и затем, насухо протерев, ложился в нее. Эта традиция прожила почти 10 лет. Последний раз я спал там в 19. И что теперь? Мне 30. Все поменялось. Что дальше? Взрослеть? Буду ли я счастлив, если повзрослею? Да и возможно ли мне вообще повзрослеть? Для меня повзрослеть значит стать совершенно другим человеком. Кем-то настолько мне чуждым, что умозрительно я не нахожу ни одной точки соприкосновения с ним. Для меня повзрослеть значит умереть. И даже шире. Мне думается, что вообще повзрослеть для мужчины в некотором роде значит умереть. В нем умирает та вселенская воля к созиданию, к действию, воля к великому, которая дается ему при рождении. Есть еще тема творчества. Больная тема. Один мудрец сказал: если человек прочтет 9 книг, то 10-ю он напишет сам. Вот творчество мое и есть та самая 10-я книга. Книга, которую никто не прочтет. Я всего лишь подражаю, цитирую, опираясь на готовые конструкции и модели, больше, чем на реальность. И ведь есть великая потребность делиться с собой, с окружающим миром. Делиться плодами своего творчества, своего труда. Даже не делиться, а больше. Открыться и раздать себя без остатка. подарить все хорошее, что у тебя есть, поделиться с миром самым искренним и сокровенным, самым незащищенным и хрупким, но всем безразлично. И самое страшное, неужели безразлично и мне? А ведь это, помимо познания мира, самая высокая миссия, на которую способно современное искусство. С помощью него нельзя преподать никакого урока, а можно лишь ободрить того, кто думает так же, как ты, чтобы он подумал, что ты думаешь так же, как он, и почувствовал себя менее одиноким. Иногда так хочется подойти к несчастному, одинокому, незнакомому человеку и сказать ему: «Ты не одинок, я тебя вижу, я тоже здесь, рядом с тобой». Или обнять незнакомую девушку на перроне метро, поделиться с нею каким-то невинным теплом и получить его же в ответ. А порой я вообще не понимаю, как люди могут испытывать друг другу что-то кроме отвращения. Порой меня охватывает ненависть такой силы, что хватило бы на пару таких планеток, как эта. Как в одном человеке могут поместиться и даже как-то уживаться ненависть ко всему человечеству и беспокойство за судьбы мира? Нас 7 миллиардов. И я один из этого не поддающегося осознанию числа. А ведь так хочется считать, что это не нас 7 миллиардов, а их. Я сам себя утомляю. Женщины. Фундаментальная часть моей жизни, которая вечно источает боль и кровоточит. Женщина. Мне не дает покоя сама идея женщины. У меня нет женщины. Ах, какой же идилличной и спокойной была бы моя жизнь, если бы не эта проклятая либидо. Как же оно отравляет жизнь. Особенно весной и летом, когда чувствуешь себя одержимым, либидо охваченным. Казалось бы, что мне стоит сбрить эту маргинальную бороду, приодеться, и я буду пользоваться некоторым успехом, в особенности у цветущих юных особ. Я нравлюсь девушкам, интересный, загадочный, не такой, как все, человек с драмой. Интуитивно женщины чувствуют это. И есть такие, которых эта драма притягивает. Она интригует их, обещает им сильные романтические переживания с оттенком возвышенной книжной трагедии. Да, грустное сердце самое вкусное. Но со временем женщина понимает, что я чересчур сложный, чересчур с драмой. Этакий человек, сомневающийся, имеет ли он право на жизнь. Притягательный образ рассыпается, и она разочаровывается. Что может быть хуже для мужчины, чем разочаровавшаяся женщина, которая была в него влюблена? Поэтому я всегда разрывал отношения, не дожидаясь такого финала. А что касается либидо, проходить через весь этот ужас знакомства, через этот формальный флирт, через эти мучительные и скучнейшие разговоры, которые вызывают во мне отвращение, и все это ради секса с девушкой, которая по-настоящему тебе даже не нравится, в которую ты не влюблен. А затащить в постель в первый же вечер после какой-нибудь дискотеки, к сожалению или к счастью, это не мое. Пусть это сверхсоциализированным пошлякам остается. Поэтому посещение пару раз в месяц дам определенной профессии мне кажется самым разумным и наименее обременительным решением. А как же любовь? Где моя любовь? Где та девочка-мечта, появившаяся в мире грез моих еще на исходе детских лет? Где ты, Кристина? Где же ты, малыш? И если задуматься, то она по натуре своей является ничем иным, как моим же отражением, с теми же комплексами и недостатками, с теми же достоинствами, которые приятны мне. И оттого так приятно мечтать о том, как мы растворились бы друг в друге, отринув весь мир, в полном взаимопонимании, принимая друг друга такими, какие есть. А пока только и остается, что грезить. Да есть ли вообще любовь? Что если того чувства, которое мы принимаем за любовь, на самом деле не существует? Может быть, это всего лишь отражение той небесной любви, того великого мифа европейской цивилизации, о котором мы читаем в книжках и видим в фильмах? Отражение, которое мы искусственно воссоздаем в себе сами? Что будет с понятием «любовь», если убрать из словаря это слово? Будет ли существовать понятие? Будет ли существовать любовь? Например, ведь известно, что в Японии не существовало такого понятия, как любовь к женщине. Эту любовь завезли туда европейцы. Да, на своем опыте я знаю, что такое влюбленность. Сильнейшее и незабываемое переживание, которое переворачивает все внутри. Но оно довольно скоро проходит, и что-то уже очень давно не возвращается. Как же мне хотелось бы по уши влюбиться вот прямо сейчас. Но, похоже, я уже не в том возрасте, чтобы женщину боготворить. Ну а если в конце концов я женюсь, например, на какой-нибудь студентке с филфака, разве я буду счастлив? Нет, не буду. Вспоминая свои прошлые взаимоотношения, я прихожу в ужас от того, что за меня хотели и были готовы выйти замуж несколько девушек. За меня. И рожать детей. От меня. Я не понимаю. Вернее, как они не понимали и не могли разглядеть ту до омерзения жуткую перспективу, которая их ждала. Неужто это пресловутое женское «переделаю под себя» настолько сильно? Да и вообще, наблюдая за тем, как создаются семьи, мое недоумение только растет. Большинство супружеских пар, которые я знал, образовались по схеме, познакомились на вечеринке, разговорились, переспали. А дальше как-то само закрутилось, завертелось и все, приехали. Но по большому счету, кто они друг другу? Что их связывает в этом мире? А я? Не хочу насаждать себя кому-то. Я даже больше за это переживаю. Свои страдания мне переносить легче, чем чужие. Что еще? Дети? Мне не нравится этот мир. Он ужасен. Как могу я пустить своего ребенка сюда? Да и не всем же суждено иметь детей. Тем более, не знаю, как это объяснить. Не знаю, откуда это, но корнями уходит еще в детство. Могу сказать, что я знаю, что мой ребенок родится с каким-то серьезным отклонением, с изъяном, с особенностью. И детский церебральный паралич или синдром Дауна – это самое легкое, что с ними будет. Может быть, поэтому я с ранних лет испытывал к таким людям какое-то необъяснимое глубокое сочувствие. Через пару дней наступит октябрь, а с ним и наша семимесячная зима. Екатеринбург. Вечно сырой город цвета мокрого асфальта. Город, не имеющий духа. Не люблю его. Да это и не город вовсе. Это территория. Территория, где каждый старается выжать для себя с каждого квадратного метра земли как можно больше выгоды. Пошлая провинция, которая вбирает в себя все самое дурное с обеих столиц, при этом неуклонно считая себя третьей среди них. Вспоминаю, на этой же скамейке 5 месяцев назад я сидел со своим другом детства, и мы с грустной иронией размышляли о будущем. Как в детстве нам представлялся 2014 год. Летающие машины, лазерные пушки, суперкомпьютеры, сверхтехнологичные устройства слежения и связи, голограммы заменяют небо, траву и деревья. А кем в этом будущем мы видели себя? Наверное, каким-нибудь повстанцем в борьбе с космическим злом, красавцем с серьезным выражением лица и благородным взглядом, устремленным в неизведанную даль, и всегда готовым к опасности и подвигу. Вот какие задачи и проблемы мы будем решать в 2014-м. И что же мы имеем в настоящем будущем? 2014 год. Екатеринбург, берег Исети. Мы сидим на пластиковой скамейке, над нами летает чей-то квадрокоптер, снимая все в округе, в том числе и нас. В карманах мобильные телефоны с какими-то непостижимыми возможностями, и позади нависают титаны, стеклянные коробки. Мы не борцы со злом космических масштабов, у нас довольно глупый, бестолковый вид. И друг мой сетует на то, что у него под окном построили магазин. Живет он на втором, и крышу эти предприниматели выстроили почти до его подоконника. И вот теперь, из-за их бестолкового собственного эгоизма, мой друг страдает. Капли дождя отскакивают от крыши и попадают прямо в окно. С верхних этажей бросают мусор, и он остается лежать и гнить на этой крыше перед окном. Грязно, неэстетично и пожароопасно. Да и вид из окна портит, в конце концов. А по техническим стандартам крыша не должна быть выше пола квартиры. Мой друг сходил в районную администрацию, написал заявление на имя какого-то чиновника. Теперь ему надо написать еще в 2 инстанции. Пожарную инспекцию и строительный комитет. Вот такие задачи и проблемы мы решаем в 2014. Извини, тебе вот перо не надо? Чё? У тебя вот у ноги голубиное перо. Оно тебе не нужно? Да нет. Можно я его возьму? Бери. Спасибо. Да, вот так и живешь. Ждешь, что произойдет что-нибудь, что изменит твою жизнь. Нет, неправда. Уже не жду. И все ширится эта скорбная, страшная пустота с каждой смертью родного и близкого человека. Как смириться с неизбежностью переживать смерть близких тебе людей? Ведь они уходят, а я-то остаюсь тут, жить. И пустота эта никем не заполнится, раз у меня не будет детей. Как странно, что навсегда запоминается тот шокирующий момент, когда узнаешь о смерти. Обстоятельства запоминаются в мельчайших деталях, и эти воспоминания нас никогда не покинут. А воспоминания о самом человеке? С годами начинает забываться голос, затем лицо, мимика и взгляд. Как же меня пугает такая перспектива. Как же тяжело дается мне жизнь. Как же она трудна. И ведь это при том, что мне не на что жаловаться. Я вполне себе благополучно живу. Да и вообще, как однажды заметил знакомый, мы здесь и сейчас живем на уровне сложности very easy. И он абсолютно прав. Если бы я жил несколько десятилетий назад, то меня бы уже давно посадили. А если раньше, то я вообще бы сидел в лагерях. А вернее, давно бы в них умер. А если понаблюдать и задуматься, куда и к чему идет человечество? Мне думается, что оно деградирует. На примере искусства в целом очень заметен этот процесс, он очевиден. Но и если взять отдельно современного творца, очень любопытно, появилось такое понятие, как творческая деградация с приходом старости. Все чаще можно встретить, он впал в маразм, маразм крепчает. А ведь такого понятия до 20 века в искусстве не было. Раньше каждое следующее произведение автора было развитием. С каждым творец поднимался все выше, и последние произведения становились вершиной мастерства, будь то художник, композитор или писатель. Сейчас же иначе, творческий путь в виде дуги, и массовая культура с каждым годом погружается в пучину все глубже. Вспомнился эпизод из сериала «Коломбо», где он в беседе сетует на то, что телевидение стало жестоким и пошлым, что на экране насилие сплошь и секс. А ведь это серия 1973 года. Еще лет 15 назад можно ли было представить, что главными персонажами популярных сериалов станут маньяк-убийца или доморощенный наркобарон? Сейчас человечество подобно водителю автомобиля, катящемуся по крутому склону горы. И человек за рулем не знает еще, что тормоза уже отказали. Подобно снежному кому, так и несемся. Ну что, к чему я пришел? Этот мир не место для того, чтобы быть счастливым. Мне кажется, что он существует для того, чтобы бороться. Чтобы внутри нас боролось добро и зло. И добро побеждало. И тем самым мы развивались духовно. Да, Андрей Арсеньевич, я согласен. Как удивительно и почти смешно обнаруживать себя задумывающимся всерьез об идее духовного роста. И самое парадоксальное то, что для того, чтобы принять эту идею, не требуются аргументы. Всерьез задуматься о гуманизме, о развитии духа, о благоговении к жизни – это, скорее всего, даже результат неумственного труда. Это даже не вопрос добра и зла. Просто постепенно начинаешь чувствовать и осознавать, что это единственный остающийся путь, если ничего больше к жизни не побуждает тебя. Ни концепция достижения пресловутого счастья, успеха, которого не существует, ни материальные блага сверх тех, которыми уже обладаю, ни идеи типа «в жизни нужно попробовать все, ведь живем мы лишь раз». Быть на стороне добра от безысходности, от того, что зло попросту не может соблазнить. Но жить ради вечного – это так трудно. Мало просто не поддаваться злу и бездействовать. Нужно по 100 раз на дню совершать правильный выбор. Только волей и осознанным действием творится добро. Это обескураживает и пугает. Ведь никто не скажет, поступаешь ты правильно или нет. Никто не вознаградит и одобрит, а в конце не будет результата, по крайней мере, ты его не увидишь. Насколько же это вообще дико для нас делать что-то не ради результата, а ради самого процесса, ради идеи. И если перефразировать, то не цель оправдывает средства, а средства и есть сама цель, а нас всегда приучают к обратному. Да уж, жить за идею. Как же легко умереть за идею, и как трудно жить ради нее. И куда и как мне дальше? Я вижу три пути. Первый – жить вышесказанного ради, из вечного черпая к жизни волю. Да, я трус и слишком слаб. Какой идиотизм. Назад пути уж нет, а вперед мне слишком страшно. И странно. Второй. Стать алкоголиком. Но посчастливилось уже мне им однажды побывать. Я согласен. Это выход. Но не мой. Да и как по мне, безответственно это чересчур. И третий. Выход. Всего лишь 30 лет, а оглядываясь, я у большинства ровесников нахожу какую-то серьезную проблему со здоровьем, какой-то хронический недуг, который больше по 160-летним. И я не исключение, а ведь здоровье крепчать при прочих равных уже не станет никогда. И годы неумолимо будут брать свое, а я стареть. Все дальше будет отстраняться бьющаяся жизнь. Как порхающая над цветком бабочка, которую ты не в силах поймать. А потом и вовсе преступным станет само желание сорвать невинной юности цветок. Ай, да ладно. В конце концов, все мы здесь для того, чтобы перерабатывать субстанцию. Десяток страниц. По крайней мере, я могу не упрекать себя в том, что описание всей моей жизни изморало много бумаги. Так часто засыпать с надеждой, что больше не проснусь. Но наступает утро вновь, и солнце почему-то светит. Со мной все кончено. Я угасаю, не разгоревшись. лететь, а снегу выщитовать, махать, махать, серокрыла. Лететь, а снегу выщитовать, махать, махать, синекрыла. Істерія, не бачу, ти мені означу, облака чорний дим захистила. Как будто бы в нем чем мы унесем. Как страшно вдвоем, не страшно вдвоем, не страшно вдвоем. Стреляешь и ждешь, и как победить окопавшийся слабости дрожь? Стреляешь и ждешь, стреляешь и ждешь.